Мы находимся на 8 или 9 этаже. В общем, красота здесь вообще, я очень люблю эту часть Ливана. Здесь живет сестра мужа, мы приехали сейчас в гости, потому что у нас 2 дня уже нет воды, блин, гребаной воды, и мы приехали просто принять душ и приехали в гости. Здесь вот такие вот шикарные виды, вообще классно. Скажите, они не могут видеть закат, не нужно никуда ездить, блин, чтобы просто его посмотреть. Пока есть возможность, я наслаждаюсь видами, наслаждаюсь свежим воздухом, потому что реально здесь есть ветерок. У нас дома это просто катастрофа. Нет свежего ветра вообще, хотя как бы море намного ближе, чем здесь. Но тем не менее, это просто ужас, поэтому я просто здесь кайфую. Кстати, этот дом находится совсем недалеко от нашего, ну приблизительно минут где-то 10 ехать. И сейчас я вам покажу, где находится наш дом отсюда. Видите, вот этот вот домик со скошенной крышей. Вот, фактически, можете ориентироваться на него, вот там находится наш дом. Поэтому до моря намного ближе, чем фактически вот здесь, да. Но потому что мы живем на 3-м этаже, это 8-й этаж, поэтому здесь свежий воздух. Скайдайверы. Вот, если вы видите, вот фуникулер совсем вот рядышком, он тоже с этой стороны. То есть он идет от Харисы и прям вниз туда. Кстати, вот мы уже с другой стороны дома, на другом балконе. Вот отчетливо теперь видно фуникулерчик, и вот они, эти горы, совсем, ну, совсем уж рядышком. И Хариса, и вон, вот. Видишь, вон они куда аж едут, дальше. Ну они, да, вот, дорога прямо идет вот к Харисе, вот она прям Хариса по центру. Мы вот тут нашли, точнее заметили балкон, и на нем растет огромное дерево. С одной стороны, это классно, конечно, там вон качели рядом стоит, то есть люди могут отдыхать, тенечки, все здорово. Но второй вопрос, откуда оно растет, должен быть какой горшок размера. Наш кузин Жан. Жан, say hi. Hi. And Джессика. Hi. Да, вот так и весело сегодня. Много игрушек, много детей. Жан, браво, Жан. Открываем подарок для Миланы. Браво, Жан. Новая игрушка, все, мы сидим заняты, но зато кушаем.